Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Delirium Play, и мы продолжаем проходить Postal Brain Damage. Мы с вами в прошлый раз сбежали из тюрьмы. Да. Через канализацию. И попали в Мексику. Так, здесь у нас секрет. И плакат с новым врагом. Это у нас мексиканский боб называется. В общем, здесь нам... Так, тихо. Они сами дерутся. Вот так вот. Короче, этот боб взрывается, как камикадзе. Нам придется пройти через стену. Стоп. Давайте мы немножко осмотримся сначала. Деды. Окей. Что-то у нас вообще здоровья не осталось. Так, ладно. Так, всех? А, нет, вот еще. Так, гвозди. Ну, гвоздей у нас полно. Так, вроде все, да? Так, тут еще пицца была. Так, здесь всего, кстати, 3 секрета и 7 плакатов тоже. Так, это у нас пушки Акимбо. Ну, два ствола, так скажем. Два дробовика, два пулемета, два... Короче, все по два. Так, там обезьяна. Надо ее замочить. А вот она, кстати. Так, там новый враг появился. Так, секунду. Что-то мы это... Немножко мятые. Так, обезьяна, иди нафиг. Аж двое. Здорово. Да, кстати. Надо еще смотреть вот за этим. В нас тут будут иногда стрелять издалека. Так, ну вроде всех мы замочили, да? Или нет? Так, тут дед что-то отсиживается. Так, здесь вот у нас есть плакатик. Так, как нам попасть к плакату? Можно, в принципе, вот так. Это у нас ящичек с патронами для какого-то оружия. Ну, нажимаешь на ящик, и у этого оружия полный боеприпас. Так, ну все вроде. Мексиканцев лучше мочить, конечно, из автомата. Они все взрываются и убивают себя.
Так, ТНТ это у нас, так сказать, квестовый предмет. Вот еще один. Что-то написано, типа, не взрывайте. Типа, сделайте одолжение, не взрывайте. Но мы взрываем. Потому что нам надо пробраться. Так, у нас здесь опасная территория. Так, секундочку. Так, вот у нас здесь, да, новое оружие. Это у нас лук, который стреляет дилдаками. Очень мощное оружие, кстати. Но оно больше как снайперское. Так, убиваем всех снайперов. Это, кстати, тоже новые враги. Ну, как бы те усатые, только уже со снайперками. У них рыжие усы, а не черные, как у этих вон. Так. Собаки. Да, кстати, собаки постоянно ходят с этими шерифами. Типа как служебная собака, короче. Так, вон еще оранжевый, погодите. Так, тихо. Пусть они подойдут сами. Так, тут ничего нет. Да, эта пушка стреляет прямо в нас. И ничего не поделаешь. Так, вон я еще одного вижу. Да, кстати, пушка иногда будет оповещать нас о полном заряде. Так что не думайте, что где-то там девушка стонает. Это наша пушка. Наш лук. А-а-а! Прям в меня, козел. Да, кстати, можно вот что сделать. Чтоб он в нас больше не стрелял. Кнопка мести называется. И все. Все просто. Теперь эта пушка в нас стрелять не будет. Так, тут вроде больше ничего нет. Так, в палатку зайти нельзя. Вот в эту можно зайти, палатку. Так, вот еще один. ТНТ. Ну, короче, тут надо будет взрывать стены, чтобы проходить. Так, а вы почему выжили?
А, собакин! Did I ever tell you my definition of euthanasia? Так, вот еще один ТНТ. Ну да, тут по два ТНТ на каждую ограду. На каждый забор. Так, тихо. Тихо, тихо, тихо. Так, ага. Сердце у нас мы сейчас не можем взять, потому что у нас вот так уже свыше 100. Так, вот еще один плакат. Это у нас это. Стена вот эта, ну, локация, короче. Так, тихо. Понеслась. Так, обезьянки. Где? Так, вроде всех. Вот еще один плакат, это у нас саксофон, который. Так, у нас уже 4 плаката. Так, секреты будут дальше. Так, не взрывайте. Ну, конечно же, мы взрываем. Так, там у нас колдуньи. Их можно, кстати, отразить атаку. Так, это не плакат, это просто пасхалка. Не помню, на какую игру. Так, это у нас ракетница. Кто? Девочки, вы чё? Ну это они на ракетницу заспаунились. О, ё-моё. А можно тоже, кстати. Как сомбреро послетали, да? Так, тихо. Да. Оружие готово. Так, все что ли? Да ладно, прекрати. Так, песик большой. О боже. Так. Тут, по-моему, да, плакатик ракетницы. Так, у нас уже, кстати, 2 плаката осталось. А вот еще один секрет. Это надо зайти вот сюда. И просто тут секрет. Так, супер броня. Портативная. И у нас тут есть холодильник. Ну или автомат.
Это ко всем, да, ко всем оружиям боеприпасы повышаются. Так, аккуратно. Самое главное не торопиться. Нам же надо всех врагов найти еще. Надо было пасать сначала. Так, это у нас усатый шериф. Плакат. Обычный усатый шериф, который с револьверами. Вау! Здрасте. А я сзади подкрался. Так, динамит еще один. Так, это у нас секрет был. Ну и куда ты побежала? Тихо. Так, над нами там чувак смеется. Ага. Так, вроде все. Вроде мы тут всех убили. Тут такая, знаете, нелинейная локация. Тут вот всякие ответвления есть, закоулки. Так что надо тут внимательно всех смотреть, всех врагов. Ну, вроде всех. Ну, если что, мы побегаем еще. Поищем их. Так, нам надо взрывать. Опять стену. Забор, точнее. Стена, вон она. Самая большая. Так, тихо. Окей. Да? Вот так, значит. Так, тихо, снайпер. Все, пока. Так, это у нас пушка. Нам надо сломать стену. Все, теперь там можно забраться. Так, заключенный убежал. Так, сейчас тут будет жопа. Давайте сохранимся. Тут потому что и бургеры, и... А! Меня зажимают. Так, тихо. Так, обезьянки. Вы чё? Так, у нас остался этот танк. Все, что ли? Так, вроде я всех положу. Сколько у нас вообще? 161 враг, кстати. Это уже, считай, практически всех я убил.
из 166. Так, патрончики не забываем. Так, ну все, лезем на стену. Мы же сломали здесь. Теперь можно здесь залезть. Так, а вот третий секрет. Довольно-таки простой. Так, и последний плакатик. Это у нас лук. Так, секундочку. Так. Да, нам осталось 4 врага убить. Так, стреляем в эту мишень. Так, все, теперь... Все, мы убили всех. Все собрали. Так, ну все, уходим. Такой простенький уровень оказался. Но я знаю, что я good. Так, все, следующий уровень у нас. Так, это у нас будет уже сама стена. Будем по самой стене идти. Так, окей. Что за нафиг? Это что-то... Так. Какая-то машина. Или землетрясение. Серьезно? Я чувствую себя негативным каким-то что-то. Но я просто хочу телевизор. Это все, что я могу сказать. Так. Каждая вещь, типа, приводит меня ближе к моей цели. Walmart, это торговый центр, уже видится за горизонтом. Так, ну что, ребят, давайте на сегодня закончим. В следующий раз мы продолжим вот этот уровень уже в самой стене. Ну что, ребят, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Всего доброго.